Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Страница 37. Задание внизу страницы. На выставке было 6 рисунков учеников из 4 А класса, а рисунков учеников из 4 Б в 2 раза больше. Сколько было на выставке рисунков учеников из 4 Б класса? Итак, рисунков учеников 4 А класса было 6, а 4 Б в 2 раза больше. Вспоминаем, если в условии задачи сказано в 2 раза больше, нужно умножить на 2. 6 умножаем на 2, получается 12. В скобках R рисунка. У нас стоял вопрос, сколько было на выставке рисунков учеников 4 Б класса. Записываем ответ. 12 рисунков. Ставим точку. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.